Молодые ученые, общественные деятели, авторы молодежных проектов сегодня в Краевой администрации вручили премии президента России по поддержке талантливой молодежи лауреатам со всего края. В этом году награду получили 73 человека. Это победители в номинациях «Социально значимая и общественная деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество» и другие. За 10 лет существования этой премии ее удостоены более 700 молодых людей Алтайского края. Сегодня в числе призеров победители Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, который прошел в рамках форума АТР. Среди них и рубцовчанка Елена Кузнецова. Со своим проектом она победила на форуме в номинации «Социальное предпринимательство». В ее родном городе нет частных школ, которые бы занимались с детьми с особенностями развития. Именно поэтому проект девушки был направлен на эту сферу. Мы на базе школы раннего развития открыли направление для детей, имеющих особенности развития. То есть у нас с детками работают специалисты разного профиля. Это психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы ЛФК. На развитие данного проекта мы получили грант, смогли закупить необходимое оборудование, взяли третье уже помещение в аренду.